bounds. Всем привет, друзья! Сегодня я покажу нечто в Майнкрафте особенное. Это всякие прибамбасы, оружие, парашют, гранаты, базуки, экипировки, много и все. Это нечто, друзья. Покажу вам коктейль Молотова. Да. Вот, давайте подлетим на небольшую высоту. Я взял парашют. Вот, я спрыгну. Но, правда, его здесь сверху нету, но это красиво, друзья. Это просто офигенно. Вот, давайте гранаты. Да что ж. А пока, друзья, у меня рука что-то вылетает, и я пока не скажу, становится все-таки этот мод. Вам понадобится программа Mods, она есть в Play Market. Ну и еще, чтобы установить этот мод, вам понадобится лаунчер Pro. Влог лаунчер Pro. Вот. Мы заходим в эту программу Mods. Так, сейчас. Вот. У вас приходит в эту программу, вы вылетает вот такая программа. Ну, две как бы папки. Mods и Addons. В Addons это, ну, там же все то же самое, как и Mods, но я все-таки вхожу в Mods. Здесь вот этот он самый первый этот мод. Вот. Как они же пишут эту программу, это реклама. Вот. Здесь... Вроде бы здесь крафт их все объясняется. Но я без понятия, но я установил и все. Так-с. Здесь есть также, вот, много модов. Ну, моды тут, мобы, виды, какие-то ресурсы, оружие, множественное другое, магия, технологии, транспорт. Да, друзья, я в следующем видео покажу на транспорт. Я как-то раз сегодня обозревал этот мод. Я несколько сегодня модов обозревал. Ну что ж, а я пока что попробую зайти в блок лаунчер. Вот, друзья, я зашел. Да, друзья, пока я там объяснял, я забыл уточнить одну штучку. Вот, это моя вторая штучка, стойки RL. Чтобы установить мод, вам надо включить мод PScript. Вот это. Чтоб он был включен. Если вы его не включите, вы не сможете установить мод. И пока я там объяснял вам, я наконец-то понял, как перезаряжаться. Так. Вот один патрон. Я его выстрелил. И нажимайте вот 0 из 1. Нажимайте Reloading, перезарядка. Вот. Перезаряжаемся. Вот, I'm not cell. Вот, RPG. Ну что ж, еще вам показать. Ладно, друзья, на этом все. Пора заканчивать. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия по обзору мода. Пока. Всем пока.